Мы сейчас, представляете, ехали и нашли невероятно красивую поляну. В общем, и мой всеми уже известный водитель Павел еще стал фотографом. Денис, ты понимаешь, у тебя отнимают уже хлеб. В общем, это, конечно же, шутка была. Но фотографии получились классными. Скоро с вами поделюсь. А сегодня вообще смотрите сторис. Я что-нибудь выложу с дня рождения своего сыночка. Сегодня будет у нас праздник. И сегодня у нас будет Диснейленд. Хоть я и не очень все это люблю, но просто хотелось сегодня очень большой смены персонажей. К сожалению, вот российского такого аналога нету. Так, чтобы были крокодил Гена и Чебурашка, и наши богатыри. В общем, различные наши персонажи, так что, дорогие организаторы, давайте сделаем что-нибудь такое в российском формате, чтобы это было тоже интересно, красочно и здорово. А так вообще всем хорошего настроения, всех-всех люблю!